Укол сделали, да. Ну, самое главное, то, кровь откуда пошли его руки. Голова кружится. Да ничего так вроде. Ну, чем интересно. Как вы вообще себя чувствуете? Ну, как, лежу пока. Сказали лежать, таблетки принимать. Сколько они тебе сказали? С неделю? Да, с неделю. Это самое. Нурофен вон выписала. Выписал. Что еще? Ну, а так сама поднимаешься утром, это самое, штормит? Штормит, конечно. Не тошнит, нет, сам это не тошнит, нет. Ничего, ну. Ну, правильно, что я все равно куда свою беру, да это самое, с перепугу. Просто перепугалась, может быть, и все. Ну, вы не ожидали прям ничего, да, просто? Конечно, нет. Ну, вот я... стоит. Ему еще она, это самое, стоит, дверь придержала. Я говорю, это еще и дверь меня спасла. А так бы я не знаю, куда улетела бы. Да, вот было. Если бы стояла на моем, да, месте. Нет, даже вот и на твоем. Да, но если бы двери не было. Там дверь еще как-то она привязана там эти, была. Эти же, а так бы не знаю, что бы со мной было. Там еще нога вот так вот вся синяя. Так, он еще и пинул ее. Да, вот ему неудобно мне это сам показывать, но прям вот на синяя. Ого. Он еще прям пинком меня. Так хорошо, вот. Хоть не в живот, ладно. Да. А милиция к вам приходила, нет, спрашивала что-нибудь? Нет. Нет, а где они, милиция? Мы сразу туда, ее увезли на скорой, милиция, которая вызвана это была, туда и эти. Это фотографируется? Я что буду, такая лохматая? Что-то навал, что ли, это самое? Несчастный случай, что ж, это не самое, ничего хорошего нет. Ну а так у вас никогда с ним никаких конфликтов, ничего не было? Я его и не знаю даже, господи. А какое-нибудь заявление писали что-нибудь? Нет, куда-нибудь? Никуда нет, не писали, не обращались? Нет. Ну, это инициатива моя. Ее сразу увезли на скорую помощь, но я просто сам, я не могла это самое просто так вот это вот упустить. Нет, нельзя так делать. Там мы тоже там сказали, к вам, говорит, придет милиция, пишите заявление. Я говорю, а что толку-то, если он такой? Нет, все равно писать надо. Писать надо. Пишите, говорит, потому что если не посадить, то хоть, говорит, психушку его запрячь. Что-то долго вы пробыли в больнице, нет, вчера? Да долго, 7 часов тут приехала. Вот считай, сколько, 4:30, наверное, да? Ну да, где-то это самое, да. Там народу много было. Я летела, черти меня несли. Фотографировали. Последний раз это самое. Заплатить надо было. Перелома нет, просто гематома, да, то, что вот синяк. Ну, он рассек прям. Вот я даже не это сам, как кулаком, да, можно так рассечь. Там, говорит, это сам, у него ногти здоровые, а не кольцо. Я думала, кольцо, может быть, он стукнул. А у него, говорит, там вот такие ногти здоровые.